Привет, бои скауты, с вами Кьюбайт. Добро пожаловать в Человека-паука для PlayStation 4. Я попал в текстурки, а летим мы на награждение офицера Дэвиса, который спас нас позапрошлой серии в пятой. Вот теперь ему дадут награду героя, в общем-то. Ну, как мне выбраться из текстурок, непонятно. Я не знаю, как это вообще должно работать. Я случайно сюда залетел просто. Я врезался в здание и попал в текстурки. Такое впервые со мной в этой игре, но такое тоже случается. О, я почти не выбрался. Давайте, может там через верхушку где-то можно. Я смог вылезти с помощью контрольной точки. Кстати, у меня появился новый костюм. Он открывается, если разгадать все загадки черной кошки. Мы обязательно его получим, потому что по логотипу это Blood Spider. В общем-то, это крутой костюм из Deadpool and Spidey серии. Так что нужно будет его обязательно получить. Но сделаем это чуть попозже. Сейчас у нас важная миссия. Вот выход на сцену. Мы будем напротив. Похоже, там целая толпа народу. Ты справишься, милый. В последний раз я держал речь старшеклассникам. Мисс Стейнберг влепила мне тройку. Вот бы мисс Стейнберг была здесь сейчас. Пап, все получится. Ты же спас Человека-паука, что автоматически делает тебя супергероем. Супергероем? Нет, просто я тот, кто не сдается. Идем, милый. Да, как вы поняли, Майлз Моралес — это сын того офицера, который нас спас. Сюжет закручивается. Добро пожаловать. Прежде чем передать слово мэру Осборну, я бы хотел кое-что сказать. Нью-Йорку очень повезло, ну? Что здесь живут такие... Я думаю, война банд наконец закончилась. А теперь... Что? Совсем-совсем? Конечно, еще осталось несколько вопросов, но... Вопросов? Ну, там был один грузовик, принадлежит компании Consolidated Shipping. Что-то тут не так, но не знаю что. Хм. Может, выберемся потом на кофе? Попробуем выяснить. Да? Что ж, спасибо, Джим. Я бы не смог сказать лучше, но рискну. Мы все знаем, что офицер Дэвис является героем. Но вместо кофе мы могли бы поужинать. Я могу прийти и приготовить. Или же, знаешь... Мы могли бы встретиться на нейтральной территории и поесть нормальную еду, сваренную поварами. За его выдающуюся отвагу, за сохранение жизни граждан, я с радостью награждаю офицера Джефферсона Дэвиса медалью за мужество. Вам звонок, сэр. Я сейчас немного занят, Джим. Сэр, это срочно. Ладно. Мои поздравления. Спасибо, мистер мэр. Это честь для меня и моей семьи. Моей жены Рио и сына Майлза. Без их поддержки я бы ничего не достиг. Да? Я много лет работал ради этого. Кто это? В ближайшие дни твоя компания, твой город и все, что тебе дорого, будут уничтожены. Люди будут молить тебя о помощи, но ты не сможешь их спасти. Послушай, дебил, я получаю такие угрозы дважды на дню. Почему бы не стать смелее и не сказать, чего тебе? Чтобы ты страдал. Let's go.
Это теракт. Обалдеть. Правда, я про него знал еще с трейлеров. Майлз! Майлз, ты живой? Майлз! Майлз! Питер! Давай, Питер! Занятно, что Майлз и Питер лежат вместе, рядом. Это уже как бы связывает их судьбы. Майлз! Майлз! О, слава богу! Слышишь меня, малыш? Ты меня слышишь, Питер? Если слышишь, сожми мою руку. Жди здесь, а я пойду искать папу. Питер, Питер, очнись! Давай, скажи что-нибудь. Да, нам дают поиграть за Майлза Моралеса. Это первый геймплей за него. Вот, кстати, лежит Питер Паркер, и Мэри Джейн пытается его как-то привести в чувство, в сознание. Но нам нужно идти дальше. Сейчас мы вообще как бы и не знаем о Питере Паркере. Это безумие. Выглядит просто потрясающе. Я сказал, что это ужасно, да. Но с точки зрения реализации, вот игрой, это прям очень круто выглядит. То есть посмотрите, как это красиво и как это натурально. Я хоть и, к счастью, не был на терактах в подобных штуках, но, блин, это смотрится очень реалистично. Здесь повсюду агитационные предвыборные вещи Осборна. Мам! Мам! Майлз! Я могу дышать! Давай, парень! Скорей! Вот чёрт! Скорей! Томас! Скользит! Рычаг, правильно? Ну, то есть тоже показывают, что Майлз не глупый, далеко парень, и он может выкрутиться из даже такой сложной ситуации. Держу! Мам! Майлз! 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 О, ты в порядке? Ты молодец, парень. В порядке? Да, да, да. А ты, ты в порядке? Нормально, мам. Нормально. Точно все хорошо? Да, я буду в порядке. Все будет в порядке, все будет хорошо. Ладно, слушай, я люблю тебя. Мне надо найти папу. Нет. Майлз, нет! Тем более, папа здесь. Было сказано я раньше, как раз таки отцом, что у него есть какое-то еще приложение для взлома. То есть он даже изобретает. В общем-то, парень умный. Ага, нам сюда. Ай, нужно побыстрее двигаться, тут небезопасно. Папа жив, я знаю. Что за черт? А вот и демоны. Куда это ты? Как они нас не заметили? Давай, парень, я понимаю, что там стекло, но нужно двигаться быстрее. Ой-ой-ой-ой-ой. Они убили его? Или поработили, что ли, как это называется у них? Ты меня уйди. Ой-ой-ой, мы прям за ним. Как это вообще работает? Так, отвернись. Нужно пройти, понял? Не знаю, здесь можно идти? Давайте подождем. Пока не могу.
Ну давай, давай, никого там нет. Отлично. Коробки, блин, это не метал, не Metal Gear Solid. Нет, выглядит прям вот пока по визуалу это, наверное, самая такая вот реалистичная, что ли, миссия, задание. Так, буду здесь. Мне кажется, опасно пока перелезать. Здесь живых нет. Идем. А вот, наверное, когда... Ать! Папа был там. Надо ему помочь. Никого здесь нет. Здесь совершенно пусто. Спасибо. Черт. Стул, ты мог бы... Все, все хорошо, все хорошо. Я найду тебя. Давай, давай, давай. Че ты творишь, Майлз? Нет, стойте! Нет! Хватит, нам пора. Сейчас. Вот он, Мартин Ли, он же мистер Негатив во всей красе. Папа. Папа. Оу. Папа! Папа! Папа, нет! Очнись, пап! Очнись! Очнись! Начало, конечно, у серии... сильная, однозначно. Неделю спустя. Мои соболезнования. Мы знакомы? Я Питер Паркер. Я был у ратуши, когда... Слушай, понимаю, ты меня не знаешь, но... Просто хотел сказать... Я знаю, каково тебе. Ты ведь это хотел сказать, да? Или... Со временем станет полегче... Или, знаешь, таков замысел Божий. А, прости, я просто пытался... Пытался помочь. Ну да. Я прошу прощения. Не знаю, что мне делать с ним. Майлз явно не в настроении с кем-либо разговаривать. На самом деле его можно понять, но его отношение сейчас к Питеру было уж слишком резким каким-то. Он так воспринял остро. Тем более Питер-то правда знает, каково это, что самое, не то что смешное, но ироничное. Он потерял родителей вообще. И еще и дядю Бена, вот. Посмотрите, как... Прости, Джефф. Просто... Сочно выглядит костюм под дождем. Я сейчас расплачусь от всего этого. Вы уже ищете Мартина Ли?
Нет, я уже говорила, нельзя преследовать кого-то по указке Человека-паука. Но он же тот, кто вам нужен! Достань мне доказательства и поговорим. Доказательства? Ну да. Привет, это я. Привет. Что ты хотел? Хотел сказать, что я облажался. И тот парень потерял отца. Слушай, я давно тебя знаю. И знаю, что тебе нужно отдохнуть. А что полиция? Они уже подбираются к Ли? Они его даже не ищут. Даже Юрий мне не верит. Значит, мы должны найти его. Я тут немного поискала. Доберись по этому адресу. Мартин Ли в прошлом году скупил акции Центра переработки отходов. Думаешь, он там и прячется? Возможно. Мы знаем, что он не в пир. Если его нет в Центре переработки отходов, может, ты найдешь там какую-нибудь зацепку. Ладно. Ты молодец, МЖ. Я дам знать, что найду. Да, вот еще что. Я поболтала с одним детективом о допросах арестованных демонов. По их словам, у Мартина Ли есть сила, цитирую, искажать людей. Искажать? Что это значит? Он пробуждает твою темную сторону, заставляет делать то, чего бы ты не стал делать в обычном состоянии. Хм, звучит как-то чересчур. Я хочу сделать скриншот, сказал дайте человек, мне уже. Который бегает по стенам. Все, спасибо. Сейчас сделаю скриншот и полетим. В эту погоду на самом деле только и делают какие-то скриншоты с помощью фоторежима в этой игре, потому что, ну, все выглядит очень красиво. И полет, и этот костюм блестящий. Прям, ну, не знаю, мне очень нравится, как выглядит все это. Мы уже подлетаем к месту. Я, честно говоря, забыл даже, зачем мы летим. Вот прям, серьезно, я не помню. Кстати, что касается костюмов... О, появился новый изолированный костюм. Он был в комиксах создан, правда, для Электро. Здесь он почему-то появился после миссии с мистером Негативом, ну ладно. Не помню уже, что мы приехали сюда проверять. А, ну, в общем-то... Джей была права. Демоны. Здесь все кишит демонами. Надо расправиться с парнями, а потом осмотреться. Окей. О, ну как он круто смотрится! Ну, очень красиво. Тебе нельзя быть таким красивым, Человек-паук. Так, ты меня не видишь. Можно узнать? Так, сейчас мы сделаем по-умному. Мы просто скроемся. То есть, если бы они меня не будут видеть... Как? О, тихо-тихо. Да ты лезешь. Ты издеваешься? Слезь. Ладно, я понял, я дурачок. Сейчас, мы... Короче, блин, я тупой, ладно, не получилось. Не, на самом деле, если бы я постоял, я уверен, что они бы меня развидели. Но они уже так меня взбесили. Немного подеремся. О, все, ты готов. Быстро. Эй, парень. Так тоже работает. Здесь вроде уже никого. Ладно, с ними покончено. Я думаю, я возместил то время, которое я потратил у вас на то, чтобы просто что-то занимался ерундой. Технологичный замок. Такие обычно в банках, а не в центрах переработки. Ну, вроде смотреть надо здесь нечего. Надо понять, к чему он подключен. Ну, это мы проходили как раз-таки с офицером Дэвисом. Наверное, можно перегрузить схему. Электропаутина пойдет. Ну, что-то вышло. Похоже, схеме нужно больше напряжения. Еще нет. У меня больше нет. Че еще? А, я понял, здесь много этих датчиков. Ну, благо, паутина пополняется. Вот. Это еще здесь было? Схема еще стабильна. Может, рядом есть еще электрощит? Ага. Парень, я тут занимаюсь делами. Ну-ка, тихо. Почти все. Еще одного хватит. И здесь последний. Ага.
здесь нужно вырвать. Нет! Ну, пойдем. Так, здесь никого. Я так понимаю, со всеми врагами я разобрался, и бояться их вообще нет смысла. Ну, что они там, знаете, резко появятся. Хотя было бы прикольно... А, здесь наверх. Было бы прикольно, если бы какой-нибудь злодей выскочил, знаете, так, бам! Я здесь, паучок! Вот. Вау. Черт! Фига себе. Новый теракт планируется, очевидно. Здесь очень много взрывчатки. Взрывчатка со стройки Фиска. А здесь что у нас? Сплошные высокие технологии. Oh, позже переработаю кое-что тут в свое паучье оружие. Найс, еще что-то открыли. Какие-то мины. Здесь они планируют свои атаки. Стоп. Это предвыборный штаб Осборна. Все пути начинаются с одного адреса. Угу, я понял. Карта, кстати, старая. Оружие из арсенала Фиска. Сжечь бы это или не знаю. А, ну можно вызвать копов, проще, наверное, так сделать. Бомбы на колесах еще не хватало. Офигеть, они запасаются так, это что можно взорвать весь Манхэттен. Демоны воровали у Фиска, чтобы напасть на мэра Осборна. Привет, нашел Ли? Нет, но ты была права. Ли устроил тут штаб-квартиру демонов. Тут бомбы, оружие. О, боже мой. И похоже, они планируют новую атаку. На сей раз на предвыборный штаб Осборна. У Ли какой-то зуб на Нормана Осборна. Я нашел адрес. Похоже, это место преступления. Если потороплюсь, успею остановить их. Береги себя. С этим мы разобрались, можем теперь Юрий, идти дальше. Я. Давай быстрее, на меня тут босс кричит. Мартин Ли и демоны планируют новую атаку. На сей раз на предвыборный штаб Осборна. Ты уверен? За прошлую неделю было немало ложных следов. Поверь мне в этот раз. Высылаю адрес центра переработки отходов. Там все доказательства. Поняла. Я эвакуирую предвыборный штаб. Но если ты наврал, сам будешь искать мне новую работу. Нам вроде лететь недалеко, благо, знаете, у меня получается хорошо плавно летать, вроде как. И красиво. Я, честно говоря, сам залипаю дико на полеты. То есть, я читал комментарий, что вам тоже очень нравится смотреть, как паук летает, и что здесь действительно полеты на паутине очень красивые. Я с этим соглашусь, я прям, вот не знаю, как смотреть на воду или на огонь, можно смотреть бесконечно на то, как летает паук. Особенно вот в такой, знаете, красивый дождь. Я уверен, что не очень-то приятно и комфортно летать в костюме под дождем. Это же еще и прокладно. Но зато красиво. Очень. Так, а что у нас здесь? Какая-то вывеска. Я опять... забыл, куда мы летим. Мы нашли оружие, но нам... Мы позвонили Юре. Не Юре, а Юри. Consolidated Shipping. А, вот оно что. Куча народу. Нужно попробовать по-тихому. Впрочем, стильно. Да. Паук предложил нам сделать все по-тихому, а именно по стелсу. Я, честно говоря, не против. И очень даже за. Но у нас, кстати, появилось... Использую то, что нашел в центре переработки. Мини-ловушка, да. О чем я и говорил. Это тоже давненько отлично показывали на геймплее. Оружие плохишей против них самих. Предлагают сюда поставить. Он сразу же пошел и его приковал. Это, друзья, называется кармическим правосудием. Я не уверен, что это сработает, потому что я... Как всегда... Но если поставить где-то здесь, то сработает. На самом деле его легко можно было бы туда приманить. Но я этого делать не буду. Тихо, парень. Он что-то заметил. Так, один, иди сюда. Я могу использовать что-то типа вот такой бомбочки.
Ты серьезно? Ну все, меня запалили. Хотя нет, на самом деле я могу попробовать еще по стелсу, но затея такая себе. То есть вот он бежит, бежит, бежит ко мне. Ай, ладно, короче, не получилось. Надо опять выжидать просто, пока они забудут обо мне. Такое же было и в Бэтмене, насколько я помню. То есть если ты долго не появляешься, они тебя теряют из виду. Ну, да. Как видите, нужно выжидать. А я не хочу затягивать. О, они все услышали. Интересно, каким образом. О, стоп. Нет ловушек больше. Эй, она так не сработает. Погоди-ка. А ну-ка, давайте все сюда, все сюда, все сюда. Идем, 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 идем. Идем, идем. О, вот это я понимаю. Да, у меня, кстати, еще есть супер удар, который я обязательно использую. Кстати, можно даже... Как рыба в бочке. Парень, а стоять. С тобой тоже быстро. Могу ли я на тебе что-то использовать, типа вот такой штуки? Не. И еще один снайпер здесь. А, ну их всего двое осталось, так что да, быстро расправимся. А где ты? Тоже на крыше? Судя по всему, да, но его не видно. Какой-то очень... Прости, это больно, я знаю. Вроде все. Ли снаружи нет. Проверю внутри. Но это уже похоже на чей-то кабинет. Ха. Чек из автосалона. Всадник на бледном коне. Недешевый тюнинг. Хм. Что еще я тут могу найти? Вроде ничего такого. Далее. Эй. А, это только... И все? Только тюнинг? Ну вот это уже интересно. Базы по всему городу. Угу. Базы демонов, которые мы тоже можем теперь уничтожать. У нас есть блокпосты Писка и теперь базы демонов. Похоже, у демонов целая армия. Это что-то новенькое. Что за хлыст? Хлыст из Жуча 2. Мне не хватило ни одного светящегося хлыста. Нет, так не работает с ним. Этот парень, черт, гораздо умнее. А, ладно, еще и... Он отбивает все. Но против него легко драться, то есть ты просто уворачиваешься. Вот смотрите, я даже усилий никаких не предпринимаю. Ну давай. Видите, он уворачивается, когда я пытаюсь ударить, но вот так его можно легко... Все, мы вырубили. Не уверен, что конкретно я ожидал, но точно не это. Ой, 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 сколько вас здесь. А если мы бросим бомбочку? Держи. А если мы сделаем вот такую штуку? Демонов нужен выборный штаб Осборна. Отлично. Ты нашел Ли? Нет. Привет. Но у меня есть зацепка. Место под названием «Всадник на бледном коне». Звучит знакомо. Я проверю и перезвоню. Нам нужно копить концентрацию для того, чтобы с первого удара уничтожить вот этого... Стоять! Это что еще за новенькие штучки? Не, я видел, конечно, что вы используете такие гранаты, но не на мне же. У вас есть Мартин Ли для этого. Мы не накопили две сегмента или как? Короче, вы поняли, две полоски концентрации, поэтому мы его не можем уничтожить. Давай, 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 вставай. Я тут с тобой играюсь. Как уворачиваешься, если
тебя были глаза завязаны. Эй, я здесь. Это забавно. Ой, ладно, ты крут. Все, надоел. Нет, смотрите, нельзя его поднимать в воздух. Когда я пытаюсь, он почему-то сразу же, тут же мгновенно развязывает глаза. Как это работает, не знаю. Ай, ай. Все, все, не буду играться. Вроде все. Серебряная птица, мы спускаемся на точку. Там еще один. Нормально, солдаты серебряного соболя. Оружие к бою. Что-то новое. Нет, этот мой. Ладно. Я убью этого ублюдка. Эй, как дела в нашем городе? Не делаю. Код ЧП-1. Эй. Может, сначала расскажете, кто вы вообще такие? Код ЧП-1. Ждем указаний. Код ЧП-1 принят. Есть контакт. Ждем серебряную птицу. Вали оттуда, паук. Эта горячая дамочка задаст тебе. Как эффектно. 8 из 10. Девять из десяти. Отпусти, он работает с нами. Юрий, может, объяснишь? Это Сильвер Соболинова, глава Соболь Интернешнл, частного агентства. Ее нанял мэр Осборн. А у мэра есть ручная армия? Вмешаешься в другой раз, я не буду столь добра. Иди. Все потом. Да, я думаю, на этом мы можем эту серию завершить. Эпичный конец. Сильвер Соболинова, а? Привет, прости за все эти дела с Соболем. Все случилось так быстро, не успела сказать. Все в порядке. Мы все равно друзья. Мы не друзья. Ты разбиваешь мне сердце. Короче, мэр полностью доверяет Соболю. Мы проверили тот адрес, что ты дал. Собрали много доказательств попытки взрыва, но ничего на Мартина Ли. Я работаю. Все, на этом заканчиваем. Спасибо, что посмотрели. Лайки, комментарии, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы новые серии не пропускать. Эти места соответствуют карте, которую я нашел в той транспортной компании. Я проверю. Сообщай обо всех находках, а я соберу факты воедино. Договорились. Я направлюсь в офис Ли в Пир, чтобы понять, почему он так поступает. И что планирую делать дальше. Хорошо. Передавай привет Мэй. Погоди, ей же ничего не угрожает, да? Нет. У Ли одна единственная цель. Норман Осборн. Пока.